Всем привет, дорогие зрители! В центре города нашел двухкомнатную квартиру под ключ в качественном проекте, который был сдан в 2016 году. Так, дорогие зрители, 1+1. По очень хорошей цене. Расстояние отсюда до моря 4 минуты ходьбы. Скажем, 5 минут максимум. До памятника Ататюрка 10-12 минут пешей ходьбы. Здесь у нас вся бытовая техника фирмы Бека. Посудомойка. Моечка. Здесь у нас вот такой холодильник фирмы Бека встроенный. Вот так. Вся мебель с доводчиками. Гранитная столешница, островок. Квадратных метров жилых здесь 38-40 с балконом вместе. Это у нас санузел. Те, кто ищет именно в центре города, бюджетный вариант. Такое здесь еще освещение интересное. Гранитная столешница. Моечка, то есть. Мрамор, что ли, гранит. Стиральная машинка фирмы Арчелик. Здесь у нас балкон. Застекленный с автоматическими вот ставнями. Видно соседнее здание. Отсюда немножко видно крепость Алани. Район Гюллер-Пынары. И вот у нас спальня. Шторы. Вот. Видно кусочек моря. Айдату 35 евро. Интернет включен в стоимость. Есть только бассейн. Проект был сдан в 2016 году. Качественные стройматериалы везде. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 67 500 евро, 1+1. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber +90 555 064 91 10. Все, с вами была Гасей, Солнечной Алании, район Гюллер-Пынары, центр Алании. Всем пока-пока.